Добрый день, дамы и господа. И сегодня у нас такой табачный выпуск, можно его назвать так. Сегодня у нас на обзоре будет Total Flame, VTO, VATO, да, там, VATZO, Basis 505. Это продукт, который, как заявляют производители, можно курить хорошее сигарное сырье по дешевой цене. Егошняя цена составляет за эту банку 2000 рублей, то есть 250 грамм. Соответственно, дороже, чем Dark Side, да, и дороже, чем многое другое, да? Сейчас я расскажу вам, что это такое вообще. Здесь используется лист Никарагуа, соответственно, ответвление от самого куста, как валада, да? Конечно, для вас это звучит по большей части как набор таких каких-то красивых слов, но я как человек, который разбирается в черных табаках, в сигарных листах, да, в сигарных табаках, Куба, Никарагуа, вот это все остальное, поэтому я вам сейчас немного раскрою пошире, что такое Никарагуа и что такое, собственно, валада. Так вот, я сейчас примерно объясню, что такое валада, да, смотрите, представьте, что у нас есть куст табачного, то есть табачный куст, а в самом верху, то есть самая верхушка, это лигера, то есть эта верхушка называется лигера, я вам буду сейчас на более обычном языке это объяснять, что такое лигера. За счет того, что эта верхушка постоянно находится под палящим солнцем, там скапливается, за счет этого вырабатывается огромное количество никотина. Поэтому верхушка, она самая крепкая. Чуть ниже верхушки, посередине, идет сека. Эта штучка называется сека. Так вот, сека, за счет того, что в ней, в листах, очень много именно волокон листа, то есть ворсинок, в ней содержится огромное количество эфирных масел. То есть это для ароматики. То есть выходит, вот у нас есть сигара, да? В эту сигару входит лигера, сека и, собственно, валада, да? Ну и покровный лист. Так вот, для чего все это нужно в сигаретах? Начну все заново. Лигера, верхушка, используется, чтобы табак был, то есть табак, ну, сигара была крепкая. То есть именно этим, этой верхушкой регулируют всю эту крепкость сигареты. А сека используется для того, чтобы насытить сигарету ароматами вот этого табачного листа. А вот валада, то, что у нас используется в базисе 505, используется для того, чтобы сигара тлела и горела. То есть в ней нету ни крепкости, ни той самой сигарной ароматики. Соответственно, можно сказать, что производитель нам, не знающим, втюхивает просто, как сказать, знаете, вы поняли. Но я вам примерно рассказал, но тем не менее, табак все равно курится, его все равно курят. Поэтому мы сейчас разберем его курительные качества и посмотрим, как это, собственно, все курится. Под чашку я взял вот такой вот фанул. И, собственно, у меня есть базис 505. По аромату, не сказать, что он сильно ярко отдает табачным листом, либо чему-то какому-то подобию, да, этого, но в нем есть именно нотка табачного листа. Но, как-никак, это все равно табачный лист. По крепкости, он сразу говорю, по крепкости он ноль. По ароматике, да, это табачный лист, но не такой, допустим, какой, если был бы из более, допустим, собрали бы его из лигера, да, то есть из сека. Из сека было бы дороже, но гораздо круче. Поэтому я лично считаю, что лучше переплатить, да, как-то, либо пускай Total Flame сделает уже нормальный, дорогой табачный лист для кальяна, и люди будут его курить, чтобы люди не курили какую-то, ну, херню. Лично для меня, вот то, что в этой баночке, да, для меня это туфта. Но для многих это не так, и многие будут с удовольствием, собственно, это курить. Мы забили это сейчас, мы все закроем, это фольгушечкой, и поставим на это все уголечки, и уже посмотрим,
Когда я буду это курить, я, соответственно, все это уже буду рассказывать подробно, все те чувства, которые я ощущаю, когда курю Базис 505 от компании Total Flame. Мы это, конечно же, все затягиваем поудобнее, получше. И мое мнение об этом табаке, так как, ну, хочешь купи, покури, но это не то, то что, допустим, ты будешь ожидать в дальнейшем, потому что ты это покуришь, и ты будешь ходить совсем рассказывать, что я курил там Валада, ребят, это Валада, а люди, которые будут понимать, они скажут, ты дурак, ты что курил? Это используют для того, чтобы сигара горела и тлела. Допустим, в данный момент, пока у меня сигара лежит, она у меня горит и тлеет. И этому способствует Валада. И поэтому меня очень сильно удивило, когда я смотрел, и когда я стоял на стенде ВТО, ой, Total Flame, и мне ребята прям так гордо рассказывали про этот Валада, немного не то, что я, в принципе, хотел слышать. Так, мы это все поставили. Все, у нас тяга есть, сейчас я пойду принесу уголечки, и мы вместе, собственно, это все взорвем. Собственно, такой блатной с сигарой, да, но почему бы нет? Как бы выпуск про сигарный лист, тем более Никарагуа. Сигарета у меня тоже Никарагуа, это Perdomo Estate Selection. Довольно-таки хорошая сигара, и я думаю, почему бы ее в честь того, что я курю как бы тоже никарагуанский лист, только, конечно, из Валады, не взорвать такую сигаретку, да? Мы поставили уголечки, у нас все это уже греется. И мы посмотрим, что сейчас, собственно, из этого выйдет. Я, конечно, уже прокурил полбанки, чтобы полноценно в этом разобраться. И при вас сейчас тоже, собственно, полбанки искурю. Большое отличие между, как бы, сигарой, да, и том, что я курю здесь. Крепкости, как я и говорил, почти нету. То есть, если забыть о именно привкусе самого листа, то есть, как этот кальян будет куриться, именно вот забыть, не обращать внимания на вкус, то по крепкости это как щербет, или может даже быть легче. Соответственно, откуда там крепкость может быть, да? Единственное, да, как бы крепкость может быть за добавлением жидкого никотина только лишь, потому что Валада, она не имеет никакой крепкости изначально, то есть и как бы ты ни ферментировал этот лист, но он крепким не будет. Поэтому я его как бы курю вообще на обычном легком уровне, да, даже не напрягаясь и не ощущая никаких там покачивание головы, потому что это Никарагуа, да, это и все остальное. Поэтому это такой лишь табачок, его можно делать в миксах, для придачи такой просто слабой ароматики сигарного листа, да, не яркая ароматика даже здесь, она более такая притупленная и глухая немного. Ни в коем случае не хочу обидеть производителей, да и саму компанию Total Flame. Никакой предвзятости здесь нет, здесь лишь только по факту. Я объяснил, это и вот это, как бы. Но по-другому здесь невозможно сказать, если только лишь -то расхваливать его, да, заведомо ложно. Поэтому как-то так. Если вы будете покупать ВАТЗО от Total Flame, просто надейтесь на то, что это будет просто сигарный лист, да, там, ни с какой не яркой ароматикой и ни с какой крепкостью, и подкладывать его в миксы к другому табаку для крепкости вообще не имеет смысла. Поэтому как-то так, я не знаю, это Дава Дым, это ВТО от Базис 505 и Total Flame. Если тебе понравился этот выпуск, ставь лайки и подписывайся на канал, а мы пойдем дальше смолить нашу сигарку.